Всем привет! Сегодня у нас вторая часть музыкальной алхимии, так как прошлая набрала большое количество лайков и просмотров, а трек Magic вообще набрал 300 просмотров. Ребята, вы лучшие! Сегодня буду учить вас делать трэп в стиле Lil Uzi Vert и XXXTentacion. Покойся с миром. Сейчас я научу вас делать трэп. Я подготовил уже все паттерны, которые нам нужны, и сейчас все предельно ясно покажу. Прослушайте, что здесь получилось. Переходим к следующему паттерну, и здесь у меня очень интересная электронная пианино, в плане того, что оно очень нестандартное. Прослушайте. Следующий паттерн прям точь-в-точь, как второй, но только я убрал пианино и добавил сюда массив, и просто немножечко повысил звук. Теперь то же самое, только выше. Ведущий кик у нас будет таким. Вторичный кик у нас будет более спокойный. Теперь у нас также будет два снейра. Это ведущий. А это поддержка. Следующим у нас идет хай-хет или же перкуссия. Теперь у нас будет бас. Теперь на каждый из паттернов я буду выставлять эффекты. Вы это все увидите в ускоренной перемотке. Вроде бы все. Переходим к треку. Трек выглядит вот так. Приятного прослушивания.
пацан. Или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.